Всем привет, дорогие зрители! Сегодня вторник, 17 мая. Пришел я на рыбный и также продуктовый рынок. Если хотите найти этот рынок, где продается рыба, но вам надо написать Аланя Балик Халы, и вы его найдете. Итак, дорогие зрители, смотрите ролик до конца. Я начну снимать цены на рыб, на морские продукты, а также пройдусь на вторичный рынок, который по вторникам находится именно в центре Алании. Начнем. Так. Ну, здесь уже дороговато, так как это вход. Кальмар, креветки. Цены они не написали. Вот такого осьминога я недавно поймал. Подводной охотой так как занимаюсь. Многие цены не пишут. Merhaba abicim, fiyatlar hala yok. Değişiyor ha fiyat. Fiyatların değişiyor. Ama fiyat önemli. Цены видите, не пишут. Все. Здесь вроде есть. Куббес. Леврек 90 лир. Мигает. 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 Не могу показать, потому что освещение мигает. Джумбо Карадес, не когда? 450. 450 лир. Креветки большие. 350. Чпура, не когда? Урасы 150, урасы 110 лир. 150, это большая чупра, там 110 лир. 130 лир. 130 средняя чупра. Деревья 150 лир. Деревья 150 лир. 150 лир, ага. 220. 220 лир. Леврек. Tamam. Buna var. Barakular. Teşekkürler. То же самое цены. Bu Karadeniz somonu mu? Lasos. Karadeniz, черный мол. 150 лир. Karades kaç lira? 550. Oho. 550 lir. Maşallah. 450. Ha, bunlar 350. Daha büyük oldu için. Evet, jumbo. Это так как она самая большая, стоит 550, это 450. 350, 350 креветки. Это 200 лир. Что-то мигает. Сомон не когда? Норвег сомон? Норвег сомон? Не когда Норвег сомона? 280 лир норвежский лосось стоит. Сейчас еще цены на мясо покажем. Кузов 185. Это мясо стоит 155. 130 лир у нас фарш. Вот фарш 125 лир килограмм. Куш фарша 185, 145, 135. Колбаски тоже есть. Сервелат финский. Вот, дорогие жители, кто хочет. Колбасы охотничьи. Цены еще не знаю, какие.
Товар есть у них. Сервелат русский, сервелат, колбаса краковская, рулетка, сметана. Паук. Куриные сосиски. Это сгущенное. Так, здесь продают курицу. Курица. Крылышки покажем. 80 лир, 55 лир. Приду покупать их. Кто любит, тот любит. Я люблю. Вот 45 лир, 50 лир побед. Дешево 60. Средняя. Нет, без Петра. Итак, пойдемте на рынок. Цены плюс-минус на рыбу вы увидели. Олайн. Также здесь ресторан, можете купить там, принести, тут пожарят вам и сможете сразу съесть рыбку. Не надо ее чистить, они все почистят. Сколько сортов рыб тут. И вот здесь у нас впереди вторничный рынок, который находится в центре города. Салча 25 лир. Огурцы 10, помидоры 15. Лир. Огурцы 2,5 лир. Восемь лир помидоры. Баклажан 5 лир. Hello. Шмула 10. Дыня 15 лет. Вишня 30 лет. Салат ала качера? Здесь дыня 12 лет. Плюс-минус помидоры от 8 лир до 15 лир. Yeah.
если... Пойдусь-ка я. Да. Банана 18 лир. Яблоки 12, клубника. Мне кажется. 25. Так. Еще рынок продолжается в ту сторону. Вот. Сейчас вам молочную продукцию тоже найду, покажу. 10 лир килограмм дыни. Куркума. Сесилит помидорчики. Абрикосы 30 лир. Черешни 40. Merhaba, merhaba. Fiyatların yok mu? Merhabalar abi. Fiyatlar. 8 litre у нас арбузы. Килограмм. Тут на нервах люди. Фисташки 200. Куда? Пакет клубники. Пакет персика. Мантар не кадар абжа. 30 килограмм грибов. Вот такие грибочки, лисички или как там. Чеснок. 3 штуки стоит 10 лир. Свежий. 6 лир яблока, 7,5 яблока. Клуб 5, картошка 7 лир. Это начало рынка, как я понимаю. Я сам тут первый раз. Şöyle seçtiklerinden şurada bana seçer misin? Şöyle paket. Наполеон 50 лир здесь. 30 лир абрикосы.
Koysa. Вкусно. Так, дорогие зрители, плюс-минус я вам показал. Морковь 12 лет килограмм. Все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вроде нормальные цены, пока ничего, можно сказать, что не залетело. Приходите, покупайте. Всем пока-пока.